Всем привет! Пока есть время свободное, решил записать еще одно видео. По каналу YouTube есть канал на YouTube, там все профессионально объясняет, так показывает мужичок. Я оставлю ссылку на этот канал, зайдите, подпишитесь, там кому может что пригодится у него. Вот увидел у него одно видео. И решил все-таки снять, как это сделать. Багет называется. Как сделать его и закинуть на свой канал, вроде для коллекции. Если кому-то будет вдруг необходимо что-то, чтобы не искать по всему YouTube. Ну вот такой вариант предлагаю я. Так, погнали. Открываю цилиндр, куб. Как всегда, Edit, выравниваем, Shift, левая кнопка мыши. И давайте сделаем Make Polymesh. Зайдем в геометрии и чуть-чуть поработаем с сайзом. Так, чуть уменьшим. Так, чуть-чуть сплюснем его вот так вот. И посмотрим, как он у нас установился. И чуть-чуть здесь его, здесь расширим. А здесь вот так вот его сплюснем. Так, заготовка есть. Будем работать вычитанием. Давайте сделаем вот этой заготовки в геометрии DynaMesh. Посмотрим на сетку. Вот такая у нас сетка прикольная есть. Можно даже добавить еще полигонов. Дивайдов, Ctrl-D, 31 тысяча пойдет. И вот с этим будем теперь работать. Уберем дивайды, удалим. Откроем сабтулы, откроем append, откроем еще один куб. На него переключимся, опять в геометрии, опять к сайзу и вот так вот его уменьшим. Теперь MOV приподнимем и ротации чуть-чуть и вот так вот покрутим. Опять же MOV. Можно это дело, конечно, все резко работать. Ну, вы видели, что резко не всегда дает четкие такие результаты. Так, что еще можно сделать? Теперь давайте добавим цилиндр. Опять же на него переключимся, зайдем опять же в геометрии, уменьшим, вот так вот. Теперь поднимем и ротации все это дело перевернем, вот так вот. Еще немножко его уменьшим, вот так, и вытянем. Вот сюда его сейчас подставим, где-то вот так вот, вот таким образом. Так, что еще можно сделать? Вот это пока вычтем. Жмем на куб, делаем, ставим на вычитание, как всегда. Переключаемся на первую нашу заготовку. Делаем Merge Down. ОК. И снимаем маску. Вот что-то так получилось. И теперь сделаем то же самое с цилиндром. Опять же поставим. Посмотрим, чтобы он хорошо прорезал. Даже можно еще цилиндр сделать дубликат и перетащить его еще ниже. Вот так вот.
Вот таким образом. Теперь давайте первую вычтем. Опять merge-down. И вот так все это дело повычитаем. Вот что-то такое у нас получается. Ну и теперь немножко можем поработать с резкой. Ctrl-Shift. Ставим фигурку. Поставим теперь куб. Вот таким образом. Ну и теперь можно немножко вот здесь вот уменьшить. Опять же, кубом здесь можем пройтись. Вот так вот. А здесь сделаем сейчас вот так вот впадину. Опять же, добавим append. Добавим теперь цилиндр опять. И повторим все, что мы делали. Геометрии. Уменьшаем. Вот так вот. Теперь можно сразу его вытянуть. Ставим боком. И с помощью ротации вот так вот переворачиваем. Теперь выравниваем чуть-чуть ее. Ставим move и перетягиваем вот так вот ее на вот эту часть. И теперь можно ее чуть-чуть вот так деформировать. Ну, с помощью, наверное, вот так вот ее сделаем. И немножко вот так ее вытянем. Теперь ротации еще чуть-чуть поработаем. Ставим move. Вот так вот. Глубже убираем и немножко ее уменьшаем. Вот так вот. Все, теперь давайте все это дело опять вычтем. Ставим на вычитание. Опять переключаемся на заготовку. Merge down. И вот так вот это все дело. Смотрим, какой багет у нас получился. Вроде неплохо, но нужно чуть-чуть его деформировать. Так, зайдем теперь в деформацию, нажмем теперь Polish by Group, вот так вот немножко подкорректируем. Ну, в принципе, нормально получается так. Прикольно. Добавим дивайдов. И немножко вот здесь вот сейчас вот что-нибудь прорежем. Вот так что-то получается. Делаем вот так вот маскирование. И вот эту часть можно немножко вытянуть. Вот так вот. Верхнюю часть теперь обрежем, подровняем. Вот такой вот незатейливый багет получился. Можно еще, конечно, его сделать более-менее с мелкими деталями. Где-то что-то прорезать, где-то что-то добавить. Ну, принцип понятен. Так, теперь имея вот такой вот багет, давайте его с помощью геометрии вытянем.
Так вот. Обрежем. И сделаем теперь косину вот эту вот. Поставим трим курв. Отведем чуть подальше. Сделаем теперь дубликат, наверное, сначала. Делаем дубликат, переключаемся на него, ставим off, ротацию и вот так перекрутим. Теперь с помощью move подтянем вот сюда, поставим вот здесь. И первую заготовку нашу давайте обрежем. И также сделаем с этой заготовкой. Так, все это дело теперь немножко подтянем. Вот так вот посадим. И вот такой незатейливый багет у нас получается. Посмотрим, на какой мы оси. Вот так вот. Вот эту заготовку первую можно отвести вдаль, вот так вот, вот сюда поставить и сделать в геометрии Modify Topology. Вот таким образом. А теперь вот эту заготовочку подтягиваем, выравниваем ее. И давайте ее теперь сделаем в геометрии. Вот так вот. Теперь сделаем дубликат. Сделаем ротацию. Вот так вот. И с помощью мов опустим вниз вот эту штуку нашу. Так. Ну и тут давайте порежем. Так. Вот такой багет у нас получился. Можно его сделать чуть-чуть сплюснутым. Заходим опять же в геометрии, опять же size. И чуть-чуть смотрим по какой оси. Объединим сейчас все сапулы. Это
Merge down. Делаем одну полигруппу. Вот так вот. И теперь в геометрии можно ее чуть-чуть сплюснуть. Смотрим, что происходит. Можно ее вот так вот сделать узкую. Можно сделать ее вот так вот. И можно сделать ее вот толстой. И вот так вот сделать ее тонкой. В принципе, вариантов много. Если ее чуть-чуть сделать тоньше, то можно сюда какой-нибудь барельефчик вставить. В принципе, идейка классная. Спасибо автору за эту идею. Вот так вот. Можно, кстати, здесь еще узоров добавлять. Уже в прошлых видео я показывал, как. Ну и так, что-то на углы, где-то что-то по фантазии вашей уже. Все, всем пока, до свидания.